подтягивай, сам чуть-чуть смещаешься. Голову, смотрите, я зажимаю, зачем? Чтобы у него сделать переворот. Здесь сразу забрал, опять сюда нос забрал. Видите, нос. Волосы, если есть. Все, ну, поворот отцепился. Всегда ли борьба за захват изнутри. Снаружи только можете, еще раз говорю, толкать. То есть вы взяли, можете вот его толкать. Толкать, ну где-то можно чуть-чуть. Тянуть, все, больше тут ничего не сделаете. Просто схватит, ничего не получится. То есть движение вот этого положения. Раз, изнутри. Дальше, смотрите, рука. Видите, как она может работать? То есть вы выходите прямо вот по голове. И у вас рука сразу освобождается. Потому что если не по голове, тогда у вас рука вот здесь, видите, все, она застряла. И я не могу поднять ее. А вот по голове, видите, локоть прям выше отсюда. Он может сюда уйти даже, смотрите. То есть как он на какой-то период, на какое-то движение, видите? Снаружи я ушел. Видите, локоть пошел отсюда. Локоть пошел изнутри. Видите, рука захватывает. Опять отсюда. И видите движение сразу? То есть я могу выкрутить. Отрабатываю свое название. Да? Чисто на захват. Это забрал. Никогда не делайте симметричные движения такие. То есть они ни к чему не приводят. То есть должно быть, если вы симметрию взяли, тогда вы ее должны разбить. Симметрию взяли, вы ее должны разбить. Опять же, вот видите, это по одной плоскости, ну, две плоскости, две правы. Добавить надо третью, куда? Вниз. Тогда все работает. То есть добавляете изометрию, все у вас работает. Опять раз, допустим, раскрыли, перевели вниз, а это вверх чуть-чуть. И у вас движение так пройдет. То есть внутри пошел, удар, например, накрутка на руку. Смотрите, прямо накручиваю его. И к себе прижимаю, видите? А вот эта рука вам в помощь. Даете ей движение. Все, человек поехал. То есть у него пошло движение. На коротко пошло. Прям закрутил. Видите движение? Плечо через локоть. Раз, реально плечо. Все, рука накручивается. Я чувствую, где он. Все. Все, вот я в плотном контакте с ним. Все, я ему делаю уже захват. Вот это положение, да, сложное положение. Надо немножко двигаться сюда. Двигаться, да, и поворачивать его. Рабочее положение, в принципе, да. Смотрите, просто руку вверх вытащил. То есть я сбил ему плечо. Раз, сбил плечо. Да, соответственно, вот это могу подтянуть. Могу сбить плечо и, допустим, забрать еще шею. Это совершенно устойчиво, если даст. Если не даст, то сбиваем руку. Подбираем плечо. Супарное. Учебная. Сбил руку. А в реальности что будет? Он будет
упряжение, да, он же не будет стоять на положении, он будет его вращать и сложить. То есть у нас человек работает как пружина. Ты ему говоришь да, он тебе говорит нет. Ты ему делаешь движение вперед, и будет делать его обратно. Поэтому смотрите, я его бью, а он его будет опускать. Я его стираю. То есть стойкое движение, она выдерживает. Она двигается. А отсюда, смотрите, раз движение. Опа, забрал. И еще нажать вот так. И тогда вот такое движение более короткое. Итак, движение на полудишке, да, изнутри. А вот отсюда может движение пойти, да? Вот такое может быть движение, смотрите. Рука вот сюда, и вот сюда зашла, смотрите. То есть как бы рукой, смотрите. Раз. Видите, на локоть прям. Да, я не знаю, что 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 я не зна